Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Бульбазавр, Киллер, Кингонфайр, Енотка, пацанчики, девчонки, поздоровайтесь! Всем пока! Всем привет! Сегодня у нас очень классная рубрика SCP «Монстры Хендерсона будут за нами гоняться в пиццерии». Если пить, кушайте, приятного аппетита, а монстры выдвигаются нас мочить. Все. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Пацаны, я очистил всю карту от дверей, но вот почему-то где-то они не удалились. А удалились. Они вас мочат, пацаны. Я вижу, как они бегают на улице очень жестко. Но меня никто не трогает. Я хожу себе, веселюсь. О, мочит, мочит, я вижу, еще одного убил. Так, теперь он за мной пошел. Теперь интересно мне. Оп, а что он сделает? Он сюда не зайдет. А, он обойдет, скорее всего. Так, давайте. Вот так, чпонькс. Они хорошо карту знают. Так. Они же умные. Во-во, а, тё, я думал, это уже котопёс зашел. Они очень умные. Мы можем, может, еще и аниматроников поставить? Не, не надо. Будет вообще в канале. Так, он за мной ходит. Ты чё стоишь? А, кто вселяется в SCP-шек? Ну, хочешь, енотка, гоняйся за нами тогда. Мочи нас. Просто ходит за мной, ничего не происходит. Давайте добавим туда еще из цепишек. Давайте для разнообразия поставим. Парочку больших. О, кто помнит зайчика, убийцу? Который реально мочит всех. О, опять заяц сейчас сожрет сиреноголового, мы это знаем. Он все время прыгает, да? Да-да-да. Так, ну и заяц сейчас его сожрет. С зайцем лучше не связывать. Смотрите, взял его за голову и откусил. Это жестко, это жестко. Так, пошел, пошел. Мне этот заяц напоминает какого-то кенгуру. Ага, вытащил труп с монстра, а монстр остался живой. Очень странно, первый раз такое вижу. Гаррисмот, может, заглючил? Да, это... Просто в воздухе висит. Оп, не достал, не достал. Обиделся, обиделся, зайчик пошел. О, еще пошли. Мне это нравится, веселье пошло. Так, давайте поставим вот этих вот еще лупоглазых. Мне нравятся эти кенгуру. Лошади. Странные очень. И летучую мышь одну. Убийцу. Где этот Бэтмен недоделанный? Я слышу, как он пердит. Сейчас в конце серии, наверное, тут будет просто что-то нереальное твориться. О, кто-то поставил баллон боя. Музычку слышу. О, вот они ходят. Только они просто на месте стоят, никого не убивают. Дима, знаешь, что будет? Вся пиццерия в SCP. Не надо это балунбоя ставить. Энтити, кто это поставил? Это нечестно. Я хочу, чтобы они бегали, а так он телепортируется за нами. Так, ты чё вообще не ходишь? А ну быстро пошел. И ты. Где ты? Нет, ты очень конченый. Ты, курица-убийца, погнала. Опа, опа, опа. Оп. Не, меня так просто не поймать. Даже с веселой музычкой. Этот вообще фараноголовый какой-то такой медлительный. Отвали от меня. Пацаны, вы где все? Слышь, как от него отвалить? Все, я оторвался. Так. Он приближается вроде бы ко мне, но не нашел путь. Эх! Да блин, ты смотри, убил. Нашли меня. Хорошо, карту, значит, они знают. Так, а ну, ты. И ты. Все, теперь вообще жир. Пацаны, я поставил сиреноголовых на улице. Чтоб на улице было не так безопасно. Так, давайте туда поставим еще и аниматроников, раз у нас же такая веселая серия. Например. Нет. Плюштрап, это очень жестко. Давайте. Чика. И балун бой. Погнали. На рабочий стол? Да не, не на рабочий стол, главное меню. А, ну бывает, присоединяйся назад. А что ж ты хотел? А где все? Я никого не вижу. О, он тут тусуется. Ой, кого-то убили.
Чё-то не мочится енотка. Опа, сиреноголовый пытается. Они будут между собой драться? Аниматроник что ли убил? Сиреноголового? А нет, это киллер. Опа, блин, не получилось. Хотел перепрыгнуть, но... Как всегда что-то пошло не так. Бульбазавр, ты где? Так, давайте я очищу карту. И знаете, что хочу? Давайте буду монстром я. Я вас буду мочить. Потому что я вижу аниматроники... Этот, NPC-шки слабенько. Очень Мишка валят. Сейчас будет. Я знаю. Давайте мы очищем карту. Вот так мы делаем перед записью, чтоб не лагало. Так что вы знаете. И берем пилпак. Ну что? Погнали. Пошел, пошел. Енотка пошла. Хорошо у тебя получается. О, я же могу прыгать. Класс, мне нравится этот мод. Двойной прыжок работает. Кстати, надо повыживать тогда в городской среде, где будет много домов, между домами паркурить. Будут очень эпические кадры. Так, давайте мы здесь походим. На улице я не могу им ничего сделать. Ага, я вижу, я вижу. Надо как-то пройти через окно. Отлично. Че, не попал, что ли, слышь? Пригвоздило. А, я не могу теперь прыгать. Че все молчат? Я вообще не знаю, почему все молчат. Один я разговариваю. Мне знаете что? Мне кажется... Да. Пацаны в Дискорде некоторые остались. А Бульбазавр молчит. Я не могу ничего сделать, просто не могу. Я тебя ищу. Я Макарена танцы. Ого, вот это прописал. Слышь, ты убери свой пригвоздитель, вонючий. Отвали. Воу, это было прикольно. Не получилось. Кстати, ты базука чуть-чуть бы и попал по мне. Эх, блин. Два без пригвоздителя, то сильно я такой ни о чем получаюсь. Он загвоздил тебя. Ну, как бы как-то там убил вас. Опа, гранатки пошли. Нет, у меня 5000 жизней, что-то вы очень слабо выносите. Так, давайте, давайте. Да? Блин, пригвоздитель, слетай. Хочу, чтобы... О, вот эта красная граната вообще... Блин, мне жопа. Да. Все, давайте теперь с пригвоздителя. Это очень читерски. Давай. А вот теперь у нас кто сейчас? Подождите. Вроде пропадаю. Ого, мне там ежика с меня сделали. И штуковин. Так. Ну, исчезает. Это же как раз перед смертью нафигачили мне. Так, а этот прыгает? О, этот тоже прыгает. Но не так высоко. Вообще щенок ни о чем. О, кстати, вот этот классный взрыв. Мне нравится. Давай, иди сюда. На тебе. Чили-пикнул меня. Чили-пикнул. Ой-ой-ой, монетка больно бьет. Надо валить, надо валить. Рубы Ах силы, ты. Рубы ты смотри, какой нагибатор. Червяк в действии. Все, пригвоздили опять. Я беру того, кто пригвоздитель не работает, так что вы больше мне ничего не сделаете. Все, я пошел. Куча гвоздей в башке, но это не работает так. Так, сейчас мы давайте запрыгнем в эту кабаку. Так, все, сидим, ждем. Засаду делаем пацанам. Так, енотка пробежала, киллер пробежал. Это так не работает, на меня гвозди не работают. Во-первых, тяжело попасть. Я постоянно очень быстро двигаюсь. Я вижу маньяка. Ты думаешь, я тебя не вижу? Я тебя вижу. На тебе. Я тебя вижу, говно. Отвали.
Слышь, вот эти маньяки ваши, они мне не нравятся совсем. Я не могу вас убить из-за того, что вы вонючие маньяки. Ты смотри, что делают. Не дают мне прохода. Да-да-да, говоришь? Я не позволю со мной так обратно. Блин, да где это же аниматроник? Я сейчас возьму аниматроника, который бьют на расстоянии. Давай, иди сюда. А как мне с вами играть, если вы мочите меня? Я должен с вами гоняться, а не вы за мной. Отлично, отлично. Все, рубль. Рубль не поможет тебе, у меня 10... А, поможет, поможет рубль. Так, надо взять аниматроника, который невидимым может стать, да? Да. Слышь, ты что, дурак, что ли? Отлично, отлично. Так, ты что, попал по мне уже немножко, я вижу. Буду убегать. Так, тут лестницы нету, да, нигде? Так, давайте тут постоим, пошкеримся. Ой, что-то у меня батареи подсаживаются. А где ты? Не вижу. Пацаны мне бегают, ищут. Давайте сюда. О, вот тут буду стоять и ждать. У меня улицу видно? Блин, не видно. Ах ты! На тебе за это! У меня осталось 1200 жизней. Это было больно. Ты чё за мной гоняешься? Трупейшн. Я заметил тебя. Краем глаза. Блин, чуть-чуть. Я бы, знаешь, до тебя просто не достало радиус моего убийства. Эхе, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.